Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео я вам хочу показать мои пустые баночки за 2 месяца. Да, за 2 месяца. Очень много продуктов. Некогда было мне снять видео раньше, потому что было очень много дел, мы уезжали на море. И вот, наконец-таки, оно нашлось, это время, и я вам все сейчас быстренько покажу. И если вам интересно такое видео, оставайтесь вместе со мной, и давайте уже приступим к просмотру. Первое, с чего я, как обычно, начинаю, это моя самая любимая тема, это тема ухода за лицом. И здесь у меня закончилась очень масса продуктов. 2 крема для век закончились. Первый крем для век из серии «Экологен». Все прям тут валяется даже. Вот такой вот крем. Давайте о каждом по отдельности. Крем с дозатором. Знаете, я этим кремом пользовалась как бы 2 раза, ему давала возможность. Первый раз начала пользоваться, поняла, что никакого эффекта я от него вообще почему-то, ну, нету. Хотя крем вроде уже от 40 лет, направленный там на работу с морщинами. Ну, мне 40, соответственно, нету. Я просто его купила, думаю, ну, так, чтобы периодически им пользоваться, чтобы был какой-то результат, думаю, увижу. Ну нет, этого результата я не увидела, я этот крем отложила, и потом достала его, думаю, ну что ты лежишь, бедняжка, мне нужно тебя уже закончить. И вот когда, наверное, во второй раз я начала им пользоваться, может быть, совсем было другое время года, и у меня почему-то о нем сложилось немножечко другое, как бы, мнение, мне он показался, ну, неплохим. Но покупать, повторять, наверное, я для себя его не буду, пока на данный момент, как бы, ну, не считаю нужным. Хочется попробовать что-то другое. Ну, а вообще неплохой крем, вот со второго, как бы, вот момента, со второй попытки, когда я ему дала эту возможность, я поняла, что он, в принципе-то, неплохой, удобный в использовании и работает пока неплохо. Ну, такого возраста у меня пока еще недалеко до этого возраста, поэтому пока не буду его приобретать для себя, только с этой точки зрения. Следующий крем, который у меня закончился, это крем из серии «Экологен». Этой линейкой я пользуюсь, мне она нравится. Вот у меня даже... Ну все, я вам его не достану. Вот частичка от этого крема, да? Я крема все разрезаю, потому что очень много еще средства остается в тюбике, когда вроде бы там шарик, когда вроде бы кажется, что вот-вот этот шарик уже не крутится, ничего не выдавливается. Но когда разрезаешь крем, ты еще этим кремом можешь пользоваться, ну, я не знаю, примерно 2 недели, утром и вечером. Нравится мне серия «Экологен». Пользуюсь ей с большим удовольствием. Приобретать еще раз буду. Работает с морщинками, увлажняет как-то кожу за под глазами, над глазами. Нравится мне этот продукт из линейки «Новэйш». Следующие 2 продукта из серии «Оптимус». Не так давно появилась вот именно вот эта вот серия. И вот я для себя покупала молочко, тоник и сыворотку. Вот на данный момент у меня закончился тоник и сыворотка. Вы знаете, мне понравились эти продукты. Сыворотку я наносила под крема, даже и под экологен наносила, под еще какие-то я наносила даже эту сыворотку. Она такая плотной консистенции, быстренько у меня закончилась, потому что здесь 30 мл, а когда наносишь утром и вечером, расход получается очень большой вообще. И сыворотки заканчиваются у меня лично очень быстро. Мне понравилось. Как только будет какое-то интересное предложение в каталоге, я обязательно повторю. Тоник мне тоже очень понравился. Вы знаете, такой у него какой-то аромат. Да, такой свежий, освежающий, какой-то немножечко бодрящий. Мне он очень был привлекательным. Молочком я пользуюсь как бы в вечернее время, и вот этот тоник я использовала по вечерам. Мне очень понравился. Следующий продукт – это вот такой крем алоэ из серии для лица. Пользовалась этим кремом у меня дочка, но я иногда его так, иногда просто открою, понюхаю. Такой аромат из серии алоэ классный просто. Но для себя вот такие вот как бы легкие крема я не использую, потому что уже немножечко возраст побольше, хочется кремами пользоваться, которые поддерживают как-то, уже и работают с чем-то, направлены на что-то. Но этот крем бюджетного варианта, подростковый, молодежный,
Для вот груди можно здесь использовать, для мужчин тоже увлажняющий, хороший крем. Следующий продукт, это продукт от компании Faberlic, вышла вот у них новая вот эта вот серия, и закончилась у меня вот эта вот активная вода в очередной раз, была у меня уже такая бутылочка, нравится мне всякие вот эти вот освежающие спрейчики, водички наносить на крем сверху, в основном я это делаю по вечерам, покупку еще повторю. Закончился у меня продукт, это средство для снятия макияжа с глаз, замечательное средство, пользуюсь и я, и дочь, никаких нареканий к этому продукту нету, бережно очищает, ухаживает, снимает макияж, но использую его только для глаз, ну там губы там сотру, если есть помада уже вечером, но она редко уже остается на губах, хороший продукт, покупаю, пользуюсь регулярно. Закончился у меня продукт, это вот матирующие салфетки для лица, без них никак не могу. Особенно в летнее время вообще пользуюсь разными. Орифлеймовские мне очень нравятся, вот эти были, Орифлейм, конечно, лучше. Эти, ну, неплохие, бюджетные просто салфеточки. Закончился вот такой вот продукт, это смягчающее средство с нейтральным ароматом в классическом исполнении. Вот все знают, как бочоночек. Продукт, который заканчивается у нас, я, наверное, в своих пустышках показываю этот продукт, наверное, вообще первый раз, потому что у нас с дочерью очень большая коллекция у каждой, я бы даже так сказала, этих бочоночков, потому что они клевые, классные, есть там с разными ароматами, вкусно пахнущие. И вот из нашей большой, так скажем, общей коллекции закончился первый бутылек, который даже мне не разрешают выбрасывать в помойку. Говорят, что эту баночку выбрасывать нельзя. Представляете? Поэтому эту баночку я кидать вот туда не буду, ее не разрешают выбрасывать. Вообще этот продукт, кутикулы, локти, колени, я не знаю, нос от платка, там где-то что-то шелушится, ручки, ножки, пяточки. Замечательные средства, продукт классный. Следующий продукт, это вот из серии Faberlic, у меня закончилась активная сыворотка для лица с коллагеном. Ну, мазала я ее. Еле закончила, даже не стала разрезать, думаю, что, в общем-то, ее там и нету. От сыворотки с коллагеном, сами понимаете, коллаген, это работа с морщинами, да, притягивает коллаген жидкость, там напитывает лицо, все это классно написано, много всего. Курс 60 дней, и мазал и так, и эдак, ну не заметила я, по крайней мере, жидковатая консистенция, аромат нормальный, все нормальный, но не заметила я, что там что-то вау, ах и ох. Нет, покупать больше не буду, прощаюсь с ней. Закончились два продукта, про которые уже, в принципе, нет смысла вам рассказывать. Это вот такая была шикардетская серия Bioclinic в компании Oriflame. Направленный один крем вот у меня с борьбой с пигментацией, а другой дневной, тут что у нас, лифтинг-концентрат. Все было у меня из этих линеек, наверное, только для проблемной кожи я не покупала крема. Все мне нравилось. Расстаюсь с вами, ребята, с большим сожалением. Очень надеюсь, что компания снова вернет эту линейку. Очень мне все нравилось. Классные были продукты, классные средства. В общем, большая печалька, что их сейчас в каталогах этой линейки нету. Прям очень-очень жаль. Да. Следующий продукт из серии Диамант. Это мицеллярная вода, которая мне очень-очень нравится всеми своими свойствами. Флаконом, упаковкой, действием, очищением, всему. Классный продукт. Но не нравится мне цена. Цена очень дорогая. И дорогая. Вот. А продукт классный, клевый. Сейчас заканчиваю последнюю свою банку мицеллярной воды из этой серии. Не знаю, что в каталогах пока не вижу. В общем, не знаю, что буду на замену этой мицеллярной воды для себя приобретать. И давайте переходим к средствам по уходу за волосами. Закончился у меня вот такой продукт, уже заканчивается не в первый раз. Это продукт, средство для роста, из линейки для роста, укрепления волос. То есть на корни волос вы его, ох ты, брызгаете. И такой тоник это, и втираете в корни головы. Так что вот, закончился.
поставила на полочку вместо него полный бутылечек, потому что мне этот продукт очень нравится. Если вы смотрите мой канал и видели, что не так давно я подстригала волосы, наверное, вот так. Прошло, наверное, месяца 2,5, но волосы выросли, смотрите, как... Ну, я считаю, что хороший был скачок роста волос. Волосы как бы восстановились, укрепились. Ну, мне нравится этот продукт. Закончились мои любимчики. Даже не ожидала, что их два. Когда увидела, стала разбирать баночки пустые, увидела, что это два продукта. Это два сухих шампуня для волос. Это такие мои экспресс-спасатели в тех случаях, когда мне хочется, чтобы волосы... Ну, нет у меня времени помыть. Или, ну, лень мне. Нет времени, некогда. В общем, такие спасатели, экспресс-помощь для того, чтобы сделать волосы свежими, чистыми, ухоженными. И они дают дополнительный объем. В линейке вот HRX есть два варианта сухих шампуней. Но я для себя подобрала именно вот эти сухие шампуни для жирных волос. Мне они очень нравятся. Распределяете на волосы, брызгаете, да, взбиваете вот так, расчесываете расческой, все замечательно, волосы освежаются. Следующее. Закончилось у меня за это время три краски для волос. Немножко меняла цвет. Не знаю, видно вам, не видно на камере. Немножко отошла от своего привычного оттенка 3.0. У меня тут и 6.7, и 5.25. В общем, мешала, экспериментировала. Ну и, в общем, закончилось у меня за это время три краски. Отдельно вот вытащила... Вот вижу два бальзама от этих красок. Очень они классные, очень клевые. Почему не сделают именно отдельной баночкой вот такую вот маску? Что это за чудо там внутри восстанавливающее? Не знаю, это что за вообще чудо, вот эти вот маски. Продавались бы они отдельно, я бы их покупала городе. Следующее. Продолжая тему масок. Закончилась вот у меня из серии Avon. Такая вот маска для волос. Это большая, да, из планеты Spa. Здесь 200 мл. Мне очень понравилась маска, я даже не ожидала от нее, что она будет так хорошо ухаживать за волосами. Мне понравился этот продукт, с экстрактом он черной икры, классно ухаживал, как-то обновлял волосы, хороший продукт. Можно еще купить снова им пользоваться. Закончился вот у меня такой кондиционер из серии Pantene Pro-Vim. Невероятная чистота волос без утяжеления коллекция. Ну, не знаю, неплохой, нормальный, как бы так для разнообразия. Знаете, или когда в основном пользуешься голопомыл шампунем там на два раза, да, нанес маску, и когда уже пользуешься кондиционером, непонятно, то ли это эффект был от маски, то ли это был классный эффект от кондиционера, не знаю. Ну, неплохая попытка была попользоваться чем-то для себя новеньким. Следующее, это вот такой вот закончился у дочери кондиционер для волос, что-то там течет даже. Я такой линейкой, честно сказать, для себя не пользуюсь, только из этой линейки пользуюсь шампунями, мой на первый раз. Или мой вот этой линейкой шампуней после окрашивания волос, чтобы промыть волосы от краски, там еще что-то. А дочь пользуется с большим удовольствием, у нее волосы примерно вот такие, намного длиннее, чем у меня. Вот, и поэтому она с большим удовольствием пользуется. Я думаю, что ей по возрасту подходят эти шампуни, потому что она не делает ни окрашивания, ни какие-то сушки особые таким феном, укладки и все остальное, как бы у нее это исключено. И давайте уже перейдем к следующим средствам. Это будет несколько средств по уходу за полостью рта. Зубная паста, которую покупаю очень часто в компании Oriflame, которая мне нравится. Хорошая зубная паста, никакой нечувствительности, ничего, все супер, классная, здоровская. Следующая, вот такая вот интересная зубная паста, Гималая. Знаете, такая юридическая косметика какая-то, вот коричневая зубная паста, такая серая. Серая, не знаю, видно вам такого цвета, не знаю чего. Дети сказали, мама, больше не покупай, не бери. Но я ее сейчас в магазинах как-то не вижу, вот стоимость ее 55 рублей. Ну, неплохой был опыт, мне, кстати, понравилось. Но дети сказали, ой, такой цвет отпугивающий, в общем, не бери. Но, да неплохо, можно поэкспериментировать. Такая интересная вещичка была. А зубная паста Colgate, вот такая вот у нас еще закончилась.
Какого-то прям сильного отбеливания, очищения зубов я не заметила. Иногда у меня вызывала какую-то чувствительность. Но не знаю, с чем это было связано. То была чувствительность, то ее как бы не было. Но очищение, освежение было полости рта, это однозначно. Но вот по поводу прям хорошего отбеливания нет. Но тут вроде как и не заявлено. Защита от кариеса может быть, ну, как бы, ну, неплохая такая. Можно покупать, пользоваться, в принципе. Следующее. Закончился... Ой, сыпется что-то. Фаберлик сын просил, купи мне такую какую-нибудь пасту. Я ему купила, он так просил, с бананом, говорит, будет классная. После он мне сказал, больше не покупай мне никогда, она мне не понравилась. Все. Аривидерчи. Закончил средство для снятия лака с ногтей. Ужасное, отвратительное. В общем, ногти слоятся, вообще капец. Дочери не понравились. Я даже на ногах им стирала. В общем, не знаю, закончили, что-то там протирали. Не знаю, в общем. И слава богу, что он закончился. Закончился продукт, очень жаль, которого я не вижу в каталогах. Это продукт увлажнения тела после загара. Суперский, классный, вот такой. Очень такой питательный, клевый. Мне очень понравился. Следующее, в старом дизайне уже тут все это масло было для тела, для загара, шестерка, клевенькая, тоже уже такого нет в каталогах. Закончился вот такой вот крем, шведский спа, ну, еле им как бы закончила пользоваться, потому что мне немножечко не нравится аромат. А так все увлажнение, там впитываемость, разносимость, там, ну, все-все-все было просто шикарно, мне что-то вот аромат не пошел. Да, вот он какой-то вот такой вот, вроде когда покупала, так понюхала, думаю, ничего, буду пользоваться, как бы клевенький. А что-то вот, знаете, вот как-то вот он приторным, что ли, тошнотворненьким для меня оказался. Ну, не знаю, не хочу больше им пользоваться таким, повторять. Закончился вот такой вот еще крем для рук у нас. Клевый, классный. Такого уже и нет, если только в распродаже где-то встретить. Ну, у меня еще в запасах вроде бы есть. Понравился крем с яблочком, еще пахнет корицей, что ли, или имбирем. Ну, вот этот мне очень понравился. Перейдем к серии, которую я тоже очень люблю, это парфюмы. И один, который тут из парфюмов закончился, это просто моя любовь. Позес, ой, заканчивается у меня флакон, я не знаю, 4-й, 5-й, я даже не считаю. Спрей здесь, конечно, как лейка. Вот он прям такой нажимаешь, и он... Ну, очень люблю этот аромат. Нет у меня пока его. Как только будет в каталоге по клевой цене, закажу, куплю себе его обязательно. Эван Приман закончился аромат. Ну, такой, как бы... В сравнении с тем, конечно, не сравнить. Не так сильно долго держится. Ну, такой какой-то. Покупать не буду, повторять. Но было у меня и замечательно. Я люблю, когда у меня много ароматов, когда они разные, когда выбираешь по настроению. В общем, вот он у меня был, попробовала. Был так определенный опыт. Закончился Эван Черриш. Ну, такой тоже аромат. Ну, не прям по душе мне, прям чтобы такой прям мне он понравился. Ну, знаете, такой не очень удобный в использовании. Вот это какая-то дурацкая крышка какая-то. Вот он такой. Все остальное вроде ничего, но вот эта крышка меня как-то это добивала. Пыль здесь собирается, вытираешь этот флакон. Ну, в общем, ну, тоже был хорошо. Это определенный опыт, определенный период моей жизни, когда я пользовалась, носила этот аромат. Ну, вот как бы так. Закончился у моего супруга вот такой вот парфюм Хэппидизиак, который я не люблю вообще, если честно. Вот не люблю. А он его выбрал, он ему так нравится. Он с таким большим удовольствием пользовался, и он действительно поднимал ему настроение. Но я его не оценила. Вот действительно, женский я очень люблю, мужской я не оценила. Но, в общем, что хотите со мной делать? Ой, фу. Но он балдел от него. И еще хочет еще снова его. Ну ладно, продолжим дальше. Закончился вот такой продукт, клевенький. Это такой спрей для ног, мусс, который снимает усталость в ногах. Пришли, ножки помыли, ножки устали, нанесли этот мусс, он такой в виде пенки, и он снимает усталость. Полежали 5-10 минут, и можете уже дальше делать дела по дому. Ну, в общем, клевый продукт.
Закончился вот такой вот гель для душа из серии Фраше. Сейчас уже выпускается гель для душа в других упаковках. Калифорнийский миндаль. И у меня закончились две вот такие коробочки Wellness Pack. Это витамины, минералы, астаксантин и рыбий жир для женщин. Вот вы, если смотрите мои видео с покупками, вы всегда видите, что я приобретаю каждый каталог для себя, такую коробочку, и пью с большим удовольствием уже очень-очень много лет. У супруга закончились тоже витамины, минералы для мужчин, так что здесь было 60 капсул, ему хватило на 2 месяца. Так, что еще осталось? Салфетки закончились, как без них. Такие от Эль де Ботте, которые очень люблю, клевые. Вот такие салфетки ужасные, никакие, отвратительные. Следующее, это закончились вот у нас станки, которые мы тоже очень любим, которые классные. И какой-то был у меня тут на дегустации, так скажем, пробник новой тональной основы увлажняющей от The Vanguss с SPF 20, который мне понравилось, который купила в полноразмерной версии. Ну, в общем-то, вот это вот все мои пустые баночки за эти 2 месяца. Если вам нравятся мои видео, мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. А я вас обнимаю очень крепко, целую, всем вам пока-пока!